Божий, помилуй меня грешного. Извините, верующий, я больше в науку верю. Он больше в науку верит. Не думал, что у вас, ну, типа... Дело в том, что наука как раз... Вы только музыку выключите, а то не расслышно вас будет. Все, ура. Добрый вечер. Мир вам. Вам мир. Чем занимаетесь? Мы православные христиане. Рассказываем люди о Боге, о спасении души, о жизни вечной. Как спасти душу свою. Он курит, курит, чтобы не курил. Скажи. Только уберите сигарету, потому что с курящим мы не разговариваем уже. Как раз докурил. Ага, слушаю. В мир сошел Спаситель, Бог Творец, небо и земли послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий у Него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть Господь ставит человека перед выбором. Или ты веришь во Христа, Спасителя, который пришел, взял, когда его распяли на грехи, это жертва, он взял все грехи мира на себя, то есть пролил свою пречистую кровь. И всякий верующий в эту принесенную жертву Иисуса Христом имеет прощение грехов и жизнь вечную в будущем. Если человек в этой жизни не примирится со Христом, тогда его ждет вечная гиена. То есть то, что Бог дал человеку спасение, он отринул, решил жить, как ему охота, там пить, курить, блудить, там другие грехи делать тайные. Вот. За это он будет отвечать перед Богом, потому что написано, ибо за все нам придется держать ответ перед Богом Создателем на суде Божьем, когда мы умрем. За все, за свои мысли, за свои слова, за свои поступки, которые мы делали в жизни своей. Вот для этого сошел Спаситель, чтобы нас призвать к покаянию, и чтобы мы имели прощение грехов и жизнь вечную. Вот для этого человек идет в храм, принимает крещение, троекратное погружение. Руками священника ему дается прощение грехов. Господь наделил священство такой властью. И наследуй. В дальнейшем, если ты будешь исполнять заповеди Господни, ты будешь унаследовать жизнь вечную. У нас мы не просто рассказываем людям о Боге, мы также еще показываем, где можно, например, информацию найти для этого нужную. То есть все это сразу не расскажешь человеку. У нас есть канал на Ютубе, вот, «Открытым оком во свете Библии». Вы там можете зайти, много полезного для себя узнать. Под этим же названием есть сайт, форум. То есть, также можете зайти и узнать все это. У вас, если какие-то вопросы есть, мы можем ответить. Деньги никакие не платим мы. И не требуем ни с кого. Мы делаем это все ради Христа. И Иегова, да? Почему? Мы православные христиане. Понятно. И Иегова, они в храм не ходят. И у них нет священства. Ясненько. Но если у вас вопросов нету, то мы пойдем дальше. Жизнь вечная. Что подразумевается под этим? Жизнь вечная с Богом. А что там будет, это от нас сокрыто. Ну, жизнь вечная. Как она может быть? Мы все равно все умрем когда-то. Ну, человек умирает, но душа-то у него бессмертная. Плоть-то умирает, а душа бессмертная. И она отходит сразу к Богу. И там решается участь твоя. По твоим делам, что ты делал здесь на земле. Или ты в ад идешь, или в рай сразу. Ко Христу, к Богу. Она так и так будет вечно. Либо будешь вечно в аду, либо вечно. Ну так там мучение будет нескончаемо. Темнота, без Бога. Или ты вечное блаженство будешь с Богом. Это же большая разница. В какой стране находится это? Да. В России. В России? Вот, да, откуда? Мы, Алтайский край, город Барнаул. Я с Хакасии. Он с Хакасии. Хакасия? Да, Хакасия. Ага. У вас там город Абакан есть. Да. В нем служит отец Геннадий Фаст, доктор богословия. Это мое духовное чадо. В моем доме обратился немец, бывший преподаватель Томского университета. И вы можете встретиться с этим удивительным человеком. Какие у него книги выше? Книги столетия. Вот он уверовал, и у него вся жизнь изменилась, пошла по-другому. Я крещенный, но в Бога верить перестал. Я крещенный, но в Бога перестал верить. Да. Ну, это трагедия, человек перестал верить. Потому что меня родители крестили. Бывает, муж бросает жену, уходит с детьми, а человек бросил душу свою на помойку.
Это сегодня мы так еще говорим, а я потерял. Сегодня дверь открыта. Человек свободно может примириться с Богом. Верою принимает его. А без веры какая жизнь? Только и всего. И лопух на могиле. Он один. Никакой беды перенести не может. Он один. Человек слишком слабый. В космосе тем более. Понимаю, вся Земля – это порошинка. И не верить в Бога. Да вообще, зачем она жизнь? Если нет Бога, как Лев Толстой говорил, легче всего свести счеты с жизнью. И от меня, говорит, 2 года прятали всякие веревки и прочее, когда я понял, что Бога нет, пока не вернулся к Богу. Лев Толстой. Бога нету. Это все люди придумали. Бога нету, сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Псалом 13. 3000 лет назад Давид об этом написал. Бога нет. А кто же сотворил такую красоту? Столько животных, насекомых, море. Это обычная наука. Наука. Обычно объясняется, а то, что Бог не Бог, это у них... Ну, это, возьмите, мураши бегают, муравьи. Муравьи и крокодил, муравьи и слон. Слон. Это то же самое, что я могу сейчас сам придумать что-нибудь и написать. И газет, так думать не надо, в это верят. Тут придумано и написано. Люди стали то, что Бог сотворил, то, что Бог сотворил, в это верят 2 миллиарда мусульман, 2 миллиарда христиан. Природа сотворила. Это природа. Это... Природа безумная, она, у нее ума нету. Откуда ум-то у человека взялся? Природа, так это свобода. Тогда совести никакой не надо. Откуда совесть взялась? В природе? Не в животных? Это своя физиология человека. Это уже, потому что... Вы помолитесь хотя бы один раз и скажите: Господи, дай мне понять, что ты творец. Я от тебя отошел, заблудился окончательно. Так легко отвечаете. Ни за что отвечать не надо. Щекотило убил там 70 человек. Ну и что? Не совесть еще. А у верующего даже сказал, даже посмотрел, и все на контроле. Да, вот. Я просто смотрю, смотрите, вот все идут попы вот сейчас, они ездят на джипах, на иномарках. Это сейчас нормально, что ли? А у нас нет иномарок. Вы думаете, ну, мне сколько лет? Вы мне сколько лет, вы думаете? На нашего патриарха посмотрите в России. Я говорю, я спрашиваю вас, зачем на куда-то смотреть? Мы двое. Дорогие, на чем он ездит? Мы двое разговариваем. Вот все начинают куда-то патриарха. Зачем? Мы двое с вами встретились. Патриарх за себя ответит. Мне сколько лет, вы думаете? Нет, я вам ничего не говорю. Это ваше дело. Я спрашиваю вас, вам кажется, сколько мне лет, возраст? Много, около 60. Около 60. Мне 80 лет. Я прошел 6 тюрем и лагерь смерти, как христианин. Меня сажала советская власть. Я весь изверщенный. В холодильнике, морозилке. А потом Господь сделал так, что Советский Союз развалился, и нас 210 узников выпустили. Мы строим православную деревню с нуля. Ни пить, ни курить, ни воровать, ни лгать, ни материться. Такой деревни нет, она единственная. Получили статус. В этом плохого ничего нет. Это хорошо, что вы такие просто во что-то верите. В Бога, Иисуса Христа. Это я верю в свое. Который спасает. Никого не осуждаю. Просто. Вы осуждаете всех, которые верят. Нет, вы не осуждаю. Осуждаете это всех. Это их личное дело. Мне вот вообще... Да не вели дело. Дело в том, что Бог сотворил, а я никого не осуждаю. А Бог солгал, выходит, написал Библию для нас, Дух Святой, это через Библию. Написал. Это человек написал. В Библии... А вы ее читали? Читал, и у меня совсем не... Ну, там полный бред вообще. Полный бред. Ну, назовите, в каком месте бред? Нет вообще соответствия фактов. Это все откуда-то из воздуха взято. Ну, в каком месте бред? Бред какой? Какой бред? В чем? В какой книге Библии? Да это все неправда, это все выдумано. Это же понятно. Ну, как Бог мог написать? Ну, и это все не написано. Притчи Соломона тоже бред. Что? Притчи Соломона – это бред? Я не знаю, не читал. Ну, так вот и не считал. Я говорю, я считал. А я ее считал на разных языках, сравнивал. И скажу, что такой Библии, больше книги нет в мире, которая отвечает прошедшее, настоящее, и говорит, как дальше мир будет развиваться и чем он закончится. Ну, это просто умный человек написал. Это... Так она не человек, 1600 лет писалась она. Сорок авторов, разной национальности. Как они могли одинаково написать? Ну, так. Как? Как? Ну как не могли-то? Это
Ну, это... это... блин, как... очевидные вещи. Какие? Что нельзя какие украсть, очевидные? Нельзя убить. Это очевидные вещи. Это ясно понятно. Каждая нация будет про это писать. Это очевидные вещи. Поэтому и начинают это верить. Ну, это о Христе, о Христе. Задолго до его рождения, за 1000 лет, за 800-900, вот так вот шло. Около 300 пророчеств было, и все сбылись. И сейчас что идет? Пророчество. Вот Чернобыль взорвался. Это предсказано было 2000 лет назад. Ну, что сейчас арабская война, и один правитель над миром будет в Израиле, сядет, будет храм восстановлен. И людям не продать, не купить, если знак 666 не будет. Это никто не мог написать, если бы не Бог был с ним. 666. Прогнозов, что будет конец света, и ни одно не сбылось. Притом ни разу Библия ни одной строчки не потеряла. Не так, что время исполнилось, я дай по-другому сделаю. Нет этого? Дело в том, что в Библии написано, ни дня, ни часа никто не знает, когда будет именно второе пришествие Христа. Это человеческие вымыслы. Как 1 февраля, вот обещали, тут многие на нас выходят, говорят, 1 февраля будет конец света. Ничего нету. Потому что Библия этот день сокрыла. То есть Бог сокрыл этот день. Для нас, вот для вас лично, для меня лично, в любой момент может наступить конец света. То есть я могу умереть, а там вечность, где я буду? Вот что самое-то главное. Вы что? Вот если зайдете на наш YouTube, тут у нас 13 700 роликов. Нет, обо всем. Я вот начальник детского лагеря, сам лагерь образовал, православный, один такой. Без помощи государства. 1000 детей подняли за 45 лет. Ничего, кроме гонения, не получили. Да какие дети-то растут? Наши дети ни в армию не попадают, под мотолотилку нигде. Они другие. Вот у меня племянника взяли куда? Полк президента. На 100 раз проверят. Это люди, которые на 2 золота. Вот у нас учатся почти все с красными дипломами. Мы не пензенские затворники. С Богом. Как Достоевский говорит, если бы доказали, что истина и Христос противоположны, я бы лучше хотел остаться с Христом, чем истиной. А вот говорят, пути Господни неисповедимы, да? Это означает, мы заранее себе не можем проложить путь. Что дальше будет, как с нами? Заранее. Зачем исповедовать, если они неисповедимы? И откуда я знал? Когда мне Господь позволил сейчас написать, у меня 41 книга вышла из печати, что я буду преподавать в университетах, 5 сразу, все 3 радиопрограммы вести, во всех отделах милиции, воинских частях вести занятия, я бы не поверил, у меня другой путь. А Господь меня развернул вот так. И кроме того, бесплатно сотрудничать с тюрьмой 3700 узников. Это не день, не два, а 18 лет. Бесплатно. Вот что я сказал в университетах, бесплатно. У меня пенсия 8141 рубль 33 копейки. За 35 лет стажу трудового. Я печник был 40 лет. Мне не давали работать прорабом. И мы никогда не слышали, у нас отец без руки с войны, и нас 5 братьев, 5 сестер, чтобы отец с матерью ругали власти, Путина или кого-то. Никогда не было. Всегда веселые, здоровые, помолились, работают все. С 5 лет мы уже старались пасти с отцом вместе. А как без Бога жить? Мне бы сказали, все благи мира. Но только один сейчас будет безбожником, я бы отказался. Я могу умереть в этот час и пойти в ад, в гиену, в огонь. Это помогло мне выстоять. Не только как-то. А начальник тюрьмы умер по-христиански. Следователь обратился. Следователь. А меня вела краевая прокуратура по санкции МГБ. Это высшая инстанция. И все по-другому. На моих глазах убивали там, что лагерь смерти. А меня в сторону Господь отводил. Иди там, батя, посиди в красном уголке. Это Бог делает так. И вот с книгами, которые книги у меня вышли, я положил на сердце, Бог положил мне, подарить библиотеке мира. Мы в Барнауле до Владивостока доехали, отсюда до Лиссабона. Прибалтику, Скандинавию, север, Турцию с той стороны обошли, 6 мусульманских республик. И я везде, вот сейчас в моем возрасте, дарил полный комплект книг, 650 городов. Зачем бы мне это нужно? Я был неверующим. Этого никто никогда не сделает. Это невозможно сделать. В моем возрасте писал книги, я за 9 лет больше 30 тысяч часов провел за компьютером. И версткой сам занимался, и в фотошопе. Для меня все это новинка была. А Господь открыл. Бог. Вы, если зайдете здесь, вы увидите фильмы о нас, снятые, документальные, занявшие 1-е место на международном киноконкурсе. Нас называют «Искорка возрождающейся России». А я не обладаю никакими талантами. Это Бог делает. Он сказал мне идти.
Я слышу это не голосом, а молюсь, и на сердце положено. И мы идем и делаем. И кажется невероятно, вот пришли в эту рулетку. Это падшие люди, здесь что делается, и разврат, и все. А почему? Господь пришел грешником. И мы решили опуститься на это дно, чтобы рассказать о Христе. Вы сегодня можете принять, изменить участь, но уже вы никогда не скажете, что не слышали о Христе, который любит вас. Вам не ответить на суде Божьем. У вас выбор сегодня – получить спасение или проклятие. Бог говорит, зачем вам умирать? Избери жизнь. Мы сейчас отходим, у нас времени нет. Да благословит вас Господь и просветит разум. С Богом. С Богом. До свидания. И помилуй меня грешного. Так, что-то знакомая картина, кажется, мы уже ее проходили. Мир вам, мы православные христиане. Мы разве встречались с вами? Мир и вашему дому. Вот вспомнить пытаюсь, может быть, и встречались. Кошка у вас хорошая. У нас тоже 3 кошки в доме. Мы рассказываем людям о Боге, о спасении души, о вечности. Ну, расскажите и мне тогда, поведайте, будьте так любезны. Бог Создатель послал Сына Своего Единородного в мир, чтобы Он, Иисуса Христа, который был распят на кресте, этой жертвой Он принес себя в жертву, для того, чтобы люди, веря в эту жертву, имели прощение грехов и жизнь вечную. А если человек не уверует, на нем пребывает гнев Божий, в Библии написано. И за гробом он только обрящет вечную гиену, то есть вечное мучение. То есть перед человеком здесь на земле ставится выбор. Или ты выбираешь Христа, его жертву, как говорится, веря в него, имеешь прощение грехов и жизнь вечную. Или ты все-таки отвергаешь это, путь спасения, и тебя ждет только ад за гробом, если, конечно, ты не покаешься в своих грехах прежде. Я прошу прощения, конечно, да. Uh-huh. Вы Библию, как бы, получается, ну, грубо говоря, скажем так, наизусть почти знаете, правильно? Ну, наизусть нет, но читаем каждый день. Читаете, да? Да. Вот такой вот меня интересует вопрос. Я просто-напросто занимаюсь историей, как бы изучением истории в плане всего вообще мира, да. И интересует меня история, которая, как сказать, происходила за много тысячелетий до нашего времени, а именно интересует меня, может, вы знаете таких инадхарий, если мне память не изменяет, и правильно я произнес все-таки. С латыни переводятся как огненные, но, насколько мне известно, получается, скажем так, 13 проклятых царей, скажем так, вот, если мне правильно помню перевод. Вот, можете как-нибудь что-нибудь рассказать об этих? Он говорит о 13 проклятых царей, какие-то события. Ну, в каком государстве? Так, одно из событий происходило на территории современного Египта, возле горы, так, не горы, возле вулкана. Точно помню, там что-то было описание про дракона. Второе, получается, происходило происшествие на территории, честно сказать, не скажу, но что-то связано с духами. Что-то такое было. Это еще до Рождества Христова он имеет в виду. Ну да, откуда эти данные? Честно сказать, я не могу, откуда такие данные, но источник, скажем так, достоверный. Но конкретно там информация... Ну, скажем так, нам известно, от Жюля Верна это. Беляев развил mm-hmm. дальше эту теорию. Это все фантасты. Нам зачем туда голову толкать? Мы ну, сейчас вот считаем, которые известия сегодня печатают. И мы должны уже думать, а лгут или не лгут. Они многое скрывают. Наступил 1992 год, перестройка. Экзамены по истории были отменены по всему Советскому Союзу. Почему? Так. Написано в газете «Известия». История страны чудовищно искажена. Это я не спорю. А мы сдавали экзамены, там я старался, учил, ничего этого не было. Все по-другому было. И когда открылось теперь и репрессии, и прочее, теперь понятно, куда страна провалилась. Комсомольская правда печатает на развороте. Если бы коммунисты, большевики не победили в 1917 году, нас бы было сегодня 650 миллионов, а нас сотню не наберешь. 500 миллиардов Змей Горыныч сглотнул с красной звездой. И ничего не помнил. Еще идут за Зюганова, голосуют. Да какие же мы после этого?
Только страна Россия потеряла 100 миллионов во время репрессий. А Достоевский предсказал, если придут безбожники к власти, это обойдется в 100 миллионов голов. Это пророк. Нам зачем туда лезть? Есть Святая Библия, в которую веруют сегодня 2 миллиарда христиан, и которые не отрицают целиком, и 2 миллиарда мусульман, потому что главные лица там, Иса, это Иисус, они у них упоминаются. Но мы верим, что Иисус умер за нас, взял грехи на себя. Почему? В Библии, Римлянам, 6 глава, 23 стих написано: «Возмездие за грех – смерть». На что такое? Ну, по-человечески рассудить. Первое счета Адам и Ева в раю. Бог показал: ешь от всякого дерева. Вот дерево познания добра и зла не трожьте. В день, в который вкусите, смерть умрете. Мы не знаем, как оно выглядело, какие плоды. Но змей подполз и человеческим голосом Еве сказал: будете как боги. Она сорвала, дала Адаму. Ну, по-нашему, если бы в мой сад зашел человек или ребенок, сорвал одно там яблоко, я бы что сделал-то? Ну, посмотрел издалека, да набрал ему полную пазуху, наложил в карманы. У Бога другая шкала. За то, что они согрешили, смерть перешла во всех животных и всюду. И за это умерло уже 100 миллиардов людей. За этот плод. У Бога совершенно другая шкала, не нам рассуждать. Но Христос умер и взял грехи мира на себя. Вот в Третьяковке мы видим картину явления Христа народу Иванова. 20 лет рисовал ее. Там простертая рука Иоанна Крестителя, а там с холма Христос спускается. Евангелие от Иоанна 1:29 написано: «Вот Агнец Божий, ягненок, который берет на себя грех мира». Он взял на себя грех мира и ответил смертью. Возмездие за грех – смерть, за грех всего мира. Если было бы 100 галактик, и тогда хватило бы этой жертвы. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Он отверг Бога, и неверующий Бога представляет его лживым. Это мы кратко можем только сказать. Мы показываем, какие у нас большие ресурсы есть. «Открытым оком во свете Библии» называется видеоканал. У нас там 13 900 роликов. Вообразите, сколько. 13 тысяч. Мы строим с нуля православную деревню, где нельзя ни пить, ни курить, ни материться, ни воровать. Вот это скажете во свете Библии. Сайт. Откроется наш сайт. Если эти же вверху открытым оком во свете Библии форум, откроется форум. На нашем сайте что есть, это нигде нету. Там фильмы о нас государственные, занявшие первое место на международном киноконкурсе. Мы деревню православную строим. Я начальник детского лагеря был 45 лет. Без помощи государства. Тысячи детей поднять. Я вас спрашиваю, сколько мне лет, по-вашему? По-моему, скажем так, где-то среднее между 83 и 94. Между 83 и 94. Это поменьше маленького. Обычно говорят, говорит, лет 60. У меня в июне будет 80. Я сам, вот у меня вышло из печати 38 томов книг. И 7 в интернетной версии. И Господь положил на сердце книги подарить в библиотеке. Мы в Барнауле живем, Алтайский край. Проехали до Владивостока, вернулись. Теперь контейнерами заслали книги границы. И там до Португалии дошли. Скандинавию, Прибалтику. 650 городов и крупных сел посетили. За 2-3 года мы подарили на 35 миллионов. А у меня пенсия 8141 рубль 33 копейки. Если бы я был неверующий, мог ли это сделать? Да, конечно, нет. Это Бог сделал. Мы доверились Богу. И что интересно, с нами собака ехала, восточноевропейской породы. И она после первой поездки стала чемпионом Сибири. А после второй чемпионом России защитной караульной службы. Вот как Бог делает и освещает. Вы можете все найти здесь, вот написано. Запишите себе. Я уже записал. Меня. Теперь, если по скайпу зайдете, Лапкин Игнатий, это я, мы можем поговорить там. Мы тут долго-то не говорим. Без Бога нет жизни. Вообще нету никакой. Обман. И статистика везде ложь. А у нас ложь – смертельный грех. Мы говорим абсолютную правду. Никогда ничего, кроме правды. Или молчим. Два варианта. Вот меня когда взяли, а я тогда озвучил 50 книг, насчитал. Тогда катушки назывались. Ну, я арестовали там много по всей стране. Я первой стране насчитал архипелаг ГУЛАГ. Первый.
И вот спрашивает следователь, ну вот там взяли Мелитополе. Вы этого человека знаете? Я говорю, Молчанов Николай, да. У него ваши пленки. Кто ему их дал? Он не сказал. Я говорю, ну вы добейтесь, чтобы он сказал. Второй допрос, он отвечает. На мне дал это Лапкин. Меня спрашивают, это на мне вот сюда ложится-то? Я говорю, я не помню, потому что у меня вся страна приходила, ездили. Если он сказал, это верующий, значит, так и делайте. Но вам же это невыгодно. Не пойдет. Истина. Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. Всякая неправда есть грех. А возмездие за грех смерть, поэтому я не могу солгать. Никак. Вот что значит быть верующим. Тогда интересная жизнь твоя. Вот у меня последняя книга вышла, последняя, 4 тома стихов по 800 страниц. И каждое стихотворение 9 куплетов. И ни в одном стихотворении ни одной помарки нету. Все с чистого листа. Господь внушает. Интересно. Вот я вам скажу, одно стихотворение у меня начинается, как в моей биографии. «Пример к себе своим воображением все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Не час, не сутки, но сплошная жизнь. На выходе и входе, за обедом стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал, истратил всю казну в истерике, в бессилии. Их измотало в горных перевалах, там след моей ступни не распетлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам, исследуя святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом, за мной Доик, бешеный Саул. Они разведали, я ем мед Акриды и штаб-квартиры избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями, в машине. Мой след внюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел. Недосягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со Златоустом путь житейный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Положено на музыку и поется. Это Господь делает. Я не поэт, нет. Называется «Проповедь в стихах». Я уже его слышал. Он где-то слышал это стихотворение. А это поется. Его поют. У меня где-то 80 с лишним стихов на музыку положено поют. Понял. Мы будем знать. Так, мы благодарим вас за внимание. Если вы записали себе, заходите. Когда будет желание. С Богом. С Богом. Вопросов нет больше у вас? Еще раз, я вас не услышал. Сейчас. Вопросы есть у вас какие-то? Да нет, в принципе, не имеется более вопросов. Ну, если будет интересно, зайду. Пока поговори, я ему парню покажу. Сейчас покажу свою кошечку. Сейчас, подождите, мы кошку покажем. Давайте. Там может. Пуканская корона. Давай, я достану. Давай. А вот ближе есть. Давай, это белого, да, она вверху. Давай ее сюда. Сейчас покажет. Вот это у меня котик, а там мать его сейчас будет показана. Ага. И вот родился слепым. Родился слепым. Я святой водой его мазал, и он сейчас такой шустрый бегает. А вот это мать его. Это Паля зовем. Паля, палевая. Палевая, да. Она, видишь, какая, как лиса пушистая. Ну да. Подожди, Паля, не байлась. Кот-то белый, который у вас очень на моего похож. Ну, у вас голова только рыжая, да? Да. А у меня рыжая есть, рыжую принеси, покажи. Я держу, у меня две большие голубятни и в доме голуби. Ну, мало сейчас кто занимается голубями. Вон она царапает. Покажи, какая она здоровая. Подними повыше. Это крупная порода. У меня и такой же кот почти есть. Такой же кот, говорит, у него почти есть. Да. Очень умные кошки. Я их должен в погреб спрятать, пока голубей запущу. По комнате летают голуби еще. Это малая голубятня.
У нас большая статья была в «Алтайской правде», губернская газета, на развороте. «У злого человека голуби не водятся». Я начал проверять. Во всей стране у старообрядцев ни одной голубятни нету. Ну, насчет старообрядцев я как бы не знаю. Вот так. Ну, с Богом. До свидания. Мы пошли дальше. До свидания. О, молодец, расскажи. Мы, православные христиане, зашли вот в эту чат-рулетку, как говорится, в преисподние места спустились, потому что много разврата. И вот людям рассказываем о Боге, но вы верующий человек, как я понял, да? Вот, и у нас даже мы делимся тем богатством, что мы имеем в интернете. Это вот у нас православный есть канал на Ютубе, «Открытым оком во свете Библии». Вы себе запишите. Казалось, что мы смешнее выглядим, чем вы, да? Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы православные христиане. Скажите, а у вас какая цель жизни? Цель жизни? Да. Ну, у меня? Ну да, у вас. Ну, у меня, наверное, цель жизни, нужно подумать. Ну, какое? Дерево насадить, дом построить, сына родить. Помешались на сыновьях. А каждая жена сделала 10 абортов. А вы откуда? Мы город Барнаул, Алтайский край. Россия. Но он тоже с России. Мы с Том... Я с Томска. С Томска. Томск соседи. У меня там родная сестра живет. Племянники. Ну ладно. Я... Все. Мир вам, мы православные христиане. Людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности. Не желаете послушать, или, может, вы знаете, раз вы пытаетесь совершить крест на знамени? Ну, послушаем. Бог Создатель, сотворив человека по образу и подобию своему, если вы, может, слышали про рай, насадил рай и посадил туда человека, то есть сотворил Адама и Еву, и заповедовал им есть от всякого плода деревьев, но от дерева плода добра и зла не есть этот плод. Они вкусили. Через это человек сделался смертным, потому что нарушил заповедь Божию. И сейчас, как в Адаме все умирают, то есть мы в Адаме, вот это наш прародитель Адам, вот, он согрешил, и мы все, почему смертные люди? И вот для этого в мир Господь Бог, Творец неба и земли, послал в мир своего Сына Единородного, Иисуса Христа, который 3.5 года проповедовал здесь на земле, и его распяли на кресте. И этой жертвой он принес, взял все грехи мира на себя. То есть, и каждый человек, который поверит в эту принесенную жертву, имеет прощение грехов и жизнь вечную. То есть, за гробом человек еще будет жить вечно. Но если только он будет в этой поверить во Христа и будет исполнять его святые заповеди, живя здесь на земле. Если он отвергнет это спасение, Спасителя Иисуса Христа, за гробом его ждет только вечное мучение, вечное, огненное. То есть здесь мы в жизни должны узнать, кто такой Бог, примириться через Христа, исполнить Его святые заповеди и унаследовать жизнь вечную. Вот как бы вкратце вам. Можешь показать наши ресурсы. Даже мы делимся богатством. У нас вот на Ютубе есть канал «Открытым оком во свете Библии». Если вам будет интересно, заходите, смотрите. Там у нас более 13 тысяч видеороликов наших выставлено. Вот я вам выставлю сейчас. Если эти слова доставить сайт еще, то сайт будет открытый. Если к этим кверху двум строчкам добавите форум, то на форум зайдете. А если по скайпу со мной поговорить, вот внизу имя, фамилия. Можете записать себе. Если у вас какие-то вопросы есть... Аллах! С вами? Мир вам, мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, спасении души, о вечности. Давайте. Господь Бог, Творец неба и земли, послал в мир Сына Своего. Почему же нет? Что нету? Бога нет. В Библии так написано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. В Библии так написано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Бога нет. Вот вы как вы докажете, что Он есть? Он сам, все творение говорит о том, что он есть. У этого творения есть Создатель, который все сотворил. Это все чистая случайность, никакого божества нет. Да, и вы случайно тоже так же, да, появились на свет. Вот та же, да. Очки... Вообще...
Сыне Божий, помилуй меня грешного, поговорить. Мир вам, мы православные христиане, людям рассказом о Боге, о спасении души, о вечности. Не желаете послушать? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мир вам, мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности. Это интересно. Расскажите нам. Господь Бог, Творец неба и земли, и всей вселенной. Вы только не курите в этот момент. Да нет. Серьезно, ладно. Сотворил человека по образу и подобию своему. И насадил рай, и туда поселил мужчину и женщину. И когда человек, он заповедовал, от всякого дерева ешь в саду, а от дерева познания добра и зла не ешь. Но Адам нарушил эту заповедь, и Ева тоже с ним. И этим самым они согрешили. И человек стал смертен. И через это все мы, вода, как в Адаме, все умираем. То есть через Адама мы все смерты. Почему? А во Христе все живут. Бог Отец послал в мир Сына Своего Единородного Иисуса Христа. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы читали Завет. Читали Новый Завет, да? Конечно. Ну, может, у вас какие-то вопросы есть? Также мы вот делимся своим сокровищем, то, что мы имеем в интернете. Это у нас YouTube под таким названием. Открытым оком во свете Библии. Там 13 900 роликов наших. Много полезного можете узнать. Даже под этим же названием есть сайт. Этим названием есть сайт, форум. Заходите, тоже так же много полезного узнаете для спасения души. Вы тут найдете то, чего во всей мировой сети нету. Мы строим православную деревню. Напишите вопрос. Давайте убирать. Вопрос есть. Вопрос будет. Сейчас. Давайте. А где вы живете? Город Барнаул, Алтайский край. Подождите, не сосите эту пакость. Ну. Страшно выглядит все. Хорошо. А откуда вы берете средства на существование? Откуда мы берем средства на существование? Да как работает? Вы сейчас можете не дымить? Мы, когда с вами разговариваем, то мы просили вас об этом. Потому что вы сейчас все через домовую завесу будете перерабатывать. Ну, не будете сейчас один... Сейчас курить, но сейчас дольше будете жить. А ну, отдай. Ну, остановитесь. Уберите эту заразу-то от себя. Как будто хвалитесь этим. Так. Не-не. Так, спроси, что? Дело в том, что вот я лично работаю. Физически работа. Делаю отделку, колю дрова. То есть у меня разносторонняя работа. А одна из любимых моя деревенская работа – это колка дров. Так, а вы мне сколько лет дадите? О, 80. 80? Точно. Точно угадал. И теперь как я работаю? Ну, ясно дело, как работаю я. Если 80 лет, так еще дожить до этих лет надо. А если вы узнаете мою биографию, вы вообще скажете, как ты живешь еще? Я верующий, меня сажали, 5 тюрем прошел. Лагерь смерти. И живой остался. И людям говорю о Христе. Имея огромнейший опыт работы с детьми, в начале детского лагеря 45 лет был. Без помощи государства тысячи детей подняли. Строим православную деревню, а это все непросто. Две общины. И у меня очень большая пенсия. 8141 рубль 33 копейки. Сурово. То есть, если взять на американскую мерку, я получаю в месяц $145. А зачем в долларах? А зачем в долларах сказали? Ну я, чтоб я по рублю сказал, он не понимает, я перевел в доллары по цене сегодняшней. По сегодняшним деньгам в России я получаю 8141 рубль 33 копейки. Понятно. Мужики, а что вы посоветуете нам? Все? Что вы нам посоветуете? Ну, советуете вы сначала спросите, в чем нуждаетесь. Какой вопрос? На севере живем, работаем. Вот. Не можем себе женщину нормальную найти, ну, которая именно вот дом будет, домашний очаг поддерживать. Какие-то они все это. Ну, жену себе не мог найти нормальную. А она нужна, жена? Конечно. А как семейный очаг строить? Апостол Павел говорит, остался без жены, не ищи жены. Но если женишься, не согрешишь. Но у вас будут скорби по плоти, а мне вас жаль. Детей ювенальная юстиция отбирает. Да я просто рассказываю, какая ситуация. Детей отбирают. Во Франции уже больше 2,5 миллионов отобрали ювенальная юстиция.
Жена неверная. Если она неверующая, ты ее не удержишь. Из дома она свои дела будет делать. Вот у меня жена посадили, я уверен, что она никуда. Она ходатайствует в Генеральную прокуратуру, с людьми встречается, молится. А неверующие не так. Он не успели посадить, она уже развод берет. Вы вообще грамотный мужик, посмотри, я не знаю. Мне кажется, мы здесь собеседником. А к чему стремиться надо, ребята? Вот ну как бы, мы молодые, как бы, нам надо к чему-то стремиться, цель какую-то ставить. К чему стремиться? К чему стремиться, какую цель поставить? Цель одна. Вот мы считаем, у Виктора Гюго это такая есть отверженная, большой-большой роман, «Ле Мизерабле». И он, когда мэром города был, а за него посадили другого. И он говорит, а разве не было у меня другой цели, как спасти не жизнь свою, но душу? Я в армии посмотрел этот фильм, потом несколько раз посмотрел, книгу прочитал, я понял, душу спасти. И я понял, за меня умер Христос. Я, говорят, тут человек обращается к Богу, это бедно. Я был спортивный, работаю на морфлоте, отличное здоровье, деньги, а в душе пустота. Везде обман. Но я с детства от матери знал, нельзя вот воровать, нельзя ворожить, нельзя там женщинами дело иметь, пока не женишься. Меня Бог сохранил от этого. Поэтому я в здравом уме. У меня вышло из печати 38 томов книг. Да еще 7 в интернетной версии. Учитывая, что я набор делал сам. Каждая книга 752 страницы. Это Господь так делает. И вы все вот здесь вот найдете здесь. И книги, и все найдете на сайте. Хорошо, спасибо, ребят. Всего хорошего, с Богом. А если по скайпу говорить, мою фамилию и имя возьмите по скайпу. И вы на меня выйдете. По скайпу. Хорошо, спасибо. Храни вас Господь. Помилуй меня грешного. Мир вам, мы православные христиане, людям рассказываем о Боге, о спасении души. Мир вам, мы православные христиане, рассказываем людям о Боге, о спасении души, о вечности. Вы только давайте посерьезнее. Он тоже такой же. Какая нет, цель жизни у вас? Цель жизни. Стоп, подожди, прикол. Подожди, не уходи. Цель жизни какая у вас? Сейчас, смотри. Цель жизни какая у вас? Цель жизни. Мужчина. Вам задут. Ну зачем ты позволяешь над собой издеваться? Подкаблучник такой. Ты скажи, для чего ты живешь? Причина какая, что ты родился, и для чего? Цель какая? Подожди, я похож на своего друга рядом похож. Он говорит, на меня похож. Причем сильно. Он не слышит, это бесполезно. Я такой же бороду хочу, как ее отрастить? Отрастить ее не надо отращивать, просто не брейтесь и все. Не бриться? Да. Сколько не бриться? А не прикасайтесь вообще к лезвию. А говорят же, если ее брить, то она быстрее начинает расти. А чем? Вот я вот 26 лет как стал верующий, уверовал во Христа, перестал брить совсем. Почему? Потому что в Библии написано, не порти края бороды твоей. То есть Господь запрещает. А вы кто? Вы чем занимаетесь? Мы православные христиане, то есть я православный христианин. Мы я вам так скажу, если вы занимаетесь православием, всем делами, вам тут лучше не сидеть, потому что вы столько увидите. Вам... Да, мы здесь много пошлости видим, но, видите, Господь сказал, я пришел спасти не праведников, но грешников. То есть у нас посылают, я сам 26 лет, как уверовал во Христа, от этого-то я тоже так же безбожно жил. Так что это я все... Сюда сели, конечно. Для того, чтобы... Не то, чтобы посмотреть, а для того, чтобы людям возвестить о Христе. Чтобы люди не погибли и не унаследовали вечные мучения, а унаследовали жизнь вечную со Христом. Наше дело, Господь говорит, идите проповедуйте Евангелие. Все. И моя миссия, то есть, заключается в том, чтобы людям рассказать о Христе. Ваша миссия жизненная, да? Да, если это полностью вы... я свою жизнь посвятил для Христа. То есть, я... Если вы... Если буду молиться, Господь поможет. Потому что написано в Библии так. Человеком невозможно, то есть спастись. Человека невозможно, но не Богу, ибо Богу все возможно. То есть Господь помогает. Он помогает, если его попросить, да? Да, если просишь, Господь помогает, да.
А вот, например, я вот перед учебой, перед контрольной, у меня были экзамены. Мне мама сказала, что говорит такую фразу: «Ангел мой, идем со мной, ты впереди, за тобой». Проговорить ее, и все будет хорошо. Но она мне не помогла. Вот на это есть такой был пророк, царь Давид. Он говорит так: «Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю». То есть Богу мы условия не можем ставить вообще. То есть если вот, например, я помолился, и Господь вроде должен, обязан мне ответить на мою молитву, как я прошу у него. Он же также, он же нас сотворил свободными. То есть мы можем выбрать между добром и злом. И Господь также, кому-то отвечает на молитву, а кому-то не отвечает. И многие даже люди говорят: а вот он мне не ответил, и все, я сейчас неверующий. Но у тебя, значит, никакой веры не было. Верующий ты... А вот вам вопрос. Если, как вы относитесь к людям, которые считают себя атеистами? То есть, которые не верят в Бога? Опять же, отвечу вам местами из Библии. Там написано так: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Безумец. То есть, Библия называет таких людей безумцами. То есть, ты видишь все... Смотрите, я вам просто отвечаю. Ты видишь творение Божие, моря, солнце, там молекулы и так далее. То есть, все, что нас окружает. Животный мир, птицы. И ты говоришь, что нет у этого Создателя, у этого мира. Это безумие. Вот я, например, на вас вижу очки, вижу кепку. Я говорю, я знаю, что это кто-то сделал. То есть какие-то руки это все сделали, какой-то станок сделал. Говорит, что у этого есть какой-то творец, то есть человек, который... А по-вашему, создал мир сам Бог, и больше никаких гипотез нет? Бог-создатель, да, он сотворил всю полностью Вселенную, весь мир. И вот для того, чтобы, так как он сотворил первых человеков, Адама и Еву, которые нарушили заповедь Божию, живя в раю, то есть взяли плод с дерева, которое Господь запретил брать. И через это все человечество стало смертным. То есть, как в Адаме все умирают, то есть в Адаме, то есть мы все, вот, это, как сказать, наш прародитель Адам, и через него мы все умрем. Потому что так Господь, потому что мы нарушил Адам заповедь Божию. Вот. И для этого, чтобы человечество спасти от греха, чтобы человек не пошел в гиену огненную, которую Господь сказал, если ты не будешь жить, веру во Христа, его исполнять, его святые заповеди, тебя ждет за гробом что? Господь послал в мир Сына Своего Единородного Иисуса Христа, и жертвой, и веря в эту жертву, которую Он принес на кресте, был распят, человек имеет прощение грехов и жизнь вечную. А если он не поверит, то есть скажет: а никого, никакого Бога нету, никакого Спасителя не было, или вообще он скажет: я хочу сам по себе жить, тогда тебе за смертью ждет только гиена огненная, все. Господь среднего пути не дает. Или ты веришь, или ты не веришь. Но веру ты должны подтвердить, конечно, делами, то есть исполнять заповеди Божии. Милостыню подавать, там молиться ходить, другим людям добро делать, по возможности, как ты можешь, смотря какие у тебя таланты есть на это. Понял вас. Да, и мы еще подождите, я хотел с вами поделиться тем сокровищем, то, что мы имеем в интернете, вот открытым оком во свете Библии. Это у нас канал есть такой, YouTube, да. Да, в Ютубе. Вот. И также под этим названием есть сайт и форум. То есть много полезного, заходите, много узнаете для себя. Ну все. Спасибо. Все, с Богом. До свидания. Сыне Божий, помилуй меня грешного. Говорю. Мир вам, мы православные христиане. Рассказываем людям о Боге, о спасении души, о вечности. Не желаете послушать, или может вы уже верующие, знаете об этом? Давайте послушать. Только под музыку. Нет, под музыку не надо. Это несерьезно, потому что мы говорим о спасении человеческой души. Перед человеком выбор стоит, когда он рождается в этот мир, перед ним стоит выбор. То есть в чем заключается смысл вообще человеческой жизни? То есть познать, кто такой Бог, Творец, узнать его святую волю и исполнить. А вы где сейчас сидите? Город Барнаул, Алтайский край. Вы в тюрьме? Нет, не в тюрьме, это в частном доме. Уже освободились. Уже освободились. Я вас знаю, я смотрел ваши клипы в Ютубе. Что он узнал? Он говорит, смотрел на Ютубе наши ролики, да, вы смотрели? Да, Богу да, слава. Да. Вас зовут Евгнатий, если не ошибаюсь. Да, 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 Игнатий, да, его зовут. Ну, Игнатий. Мы показывали, какие наши ресурсы. Это Ютуб. Это на Ютубе. Открытым оком вас. А эти слова, значит, вас... А как там Никита поживает? У Никиты все хорошо? Никита, он уехал на Украину давно уже. Да, а что так он? Не знаю, его надо найти сначала. Ему, может, не разрешили остаться в России? Не можем сказать за него, его надо найти. Вы его можете ВКонтакте, он есть.
Просто наберите Никита Колесников, и там найдете его по фотографии. Угу. Как раз было у него все хорошо. Просто хороший был, хороший он человек. Да. Никита красавчик. Да, да, кстати, вы знаете, что я хотел вам сказать, то, что думаю, я когда ваши ролики смотрел, я слышал, про ислам вы говорили, что мусульмане едят все подряд мясо. Я просто хотел сказать, кстати, у нас нельзя есть животного, у которых есть клыки. Да я знаю, что женщина одна, да. Убили волка, и она ела. Ей мусульманин говорил, у нас же не едят это. Ну вот иногда разрешается. Женщина. Нельзя. Животного, у которого есть клыки, ни в коем случае у нас нельзя есть. Вот мы мясо не едим. Мясо у нас вообще никакое не едим. Совершенно. У нас алкоголя нету ни капли. Это наша община. Мы православные. А другие все едят православные. А которые во Франции. Очень красивая община. Во Франции там и лягушек едят, и в Китае змеи едят, жуков. Да. А у нас нет этого. Это. Нету. Мы живем то, что Господь дает от земли. Мы проехали с миссией, проехали 6 мусульманских республик, Турцию. И нас везде мусульмане встречали очень хорошо. Мы вот в доме Мулы ночевали в Баку, в Азербайджане. Ходили вместе в мечеть. А потом с женой его пошли вместе в православный храм. Я тоже считаю, то, что вот в мире столько много, 7 миллиардов людей, людей, которых веруют в монотеистические религии, в Бога Единого, их уже вот мусульмане, иудеи, христиане, они там, их разногласия, они же в плане философства, в которых надо как бы дискутировать и приходить к истине, так как они же все эти люди верующие, ищут истину. А помимо них еще есть огромный процент нехороших, или как сказать, не сказал бы нехороших, но многобожцев. Вот так вот. Вот были когда в доме Мулы, я поднял вопрос. Прочитали римлянам послание апостола Павла, 6 глава, 23 стих. «Возмездие за грех – смерть, а жизнь – дар Божий, жизнь вечная во Христе Иисусе». Тут же мула стоит, и это можете вы зарядить в интернете, найти Игнатий Лапкин в доме Мулы. Вы найдете это там. И вот мы беседуем. Вопрос стали разбирать. «Возмездие за грех – смерть». Пришли к одному мнению. «Возмездие за грех – смерть». А да, за какой грех? Смерть. Адам с Евой согрешили, и все люди умирают. То есть они согласились, что это так и есть. У нас это одинаково. Я говорю, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Как это понимать? Вот я совершил грех, а теперь я уверовал. Как? Они говорят, добрые дела делать. Но я делаю добрые дела, в камере сижу, приговоренный к смерти. Добрые мои дела как мне помогут? Да никак. Приговор уже вынесен. Надо, чтобы кто-то за меня взял вину мою и за меня ответил, пошел и умер. Почему же? Почему вот так есть это. В мусульманских странах это было неоднократно. Вот у нас в России было, в армии призывают его, а он не женатый, а призывают брата женатого. Он за него мог пойти на 25 лет за брата. Ну ведь это же политика. А в плане вот того, что вот скажем, вот для меня просто это моя личное мое мнение того, что, скажем, человек жил жизнью, знаете, вот он прожил, скажем, до 30 лет, и он не был, он не верил в Бога. И вдруг он резко осознал, вот он понял, что все в руках Всевышнего Творца, и что все, знаете, вот он понял это резко и начал жить правильно. С этого дня я могу понять, что когда его мировоззрение изменилось, то грехи, которые были раньше, можно не засчитывать. Так, нет, такого нету, не засчитывать. Нету, он будет их нести в себе, но все же, если бы он был бы ранее, знал бы, что есть Всевышний, он бы, может быть, не сделал бы этого. Сам себя человек не может спасти. Люди рождаются смертными от Адама и Евы. Вот Адам с Евой там плод сорвали, а умерло уже 100 миллиардов человек. 100 миллиардов. Умирают все мулы, просвященники, императоры, все умирают. Почему? В Адаме умирают. В Адаме. Мы согрешили, и в нас грех перешел как яд. В каждой жилке течет яд. Поэтому вину нашу Христос взял на себя.
И теперь, веруя в это, мы освобождаемся от наказания. Вот смысл-то в чем. Он не просто Иса пророк, он спаситель мира, умер за нас. Игнатий, а у меня вот такой вопрос. Вот Творец, который сотворил небеса и землю, он же тоже наверняка сотворил и будущее, которое вот нам, людям, неизвестно, но ему оно должно быть, безусловно, известно, так как он творец всего плана этого жизненного. Мы не знаем, как все закончится, а он знает. И разве он не знал? Всевышний же, это же для нас он сотворил этот путь, который мы идем. И он знает, как мы закончим этот путь. Как это же ведь было испытание нашего отца Адама и Евы. Всевышний испытал их, и все же это же, и позже же они как бы были прощены же ведь? Нет, они были прощены во Христе. До Христа все находились в Шеоле, в преисподней местах. И Христос туда душою сошел и вывел эти люди, которые ждали его. А до этого все там находились. Все до одного. В Адаме все согрешили. Но все же Адам — это творение Всевышнего, которое было сотворено в раю, и оно же, в нем же есть тоже много прекрасного. Так что я не знаю, я не понимаю это, суть того, что почему кто-то должен умирать за этот грех. Так возмездие — это Божий, не понимаю, это Божий смысл, Божья сущность. Ну представьте, плод сорвали, что там плод? Ну одно яблоко или там, скажем как-то, и умерло 100 миллиардов уже. Нам рассуждать не приходится. Все смертные. Почему? Это Божий закон. У Бога другая шкала. Значит, есть же для этого какой-то смысл всему этому. Значит, мы должны постигнуть чему-то, понять что-то. Вот понять. Мы сегодня это поняли. Поняли. За нас умер Христос. И поэтому, веруя в Него, мы получаем прощение. А Господь поставил условие. Будешь верить, моя жертва покроет твой грех. Я за него умер. Гвозди меня пробитые были. Его бичевали. Иисус умер за грехи всего мира. Вот в этом весь смысл. А вот можно вопрос? Извините, что если перебил вас. Можно вопрос? Вот касаемо этого, вот, в христианстве вот отпускают грехи, я так понимаю, да? Вот, например, это Бог дал власть священству такое. Кому простить и проститься, на ком оставить и останется. И вот так написано в Евангелии. У вас называется Инжил. 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 Да, точно, есть такое. Я тоже люблю очень читать религию, и я читал много, но никогда не... Ну да, мне очень... Я хочу просто сказать, пожелать вам всего хорошего, я очень люблю вашу общину, она мне очень нравится. С Богом! Заходите к нам в гости. Спасибо за приглашение, да. Если буду в России, я вам обязательно напишу и постараюсь. Храни приехать. Господь вас, до свидания. С Богом! До свидания. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Храни вас, Аллах. Спаси Христос вас. Вас, Аллах. Мы верующие, что православные христиане. Делаете? Что же вы тут делаете? Агитацию проводите? Людям рассказываем о Боге, о спасении души, о вечности. Чтоб не погибли. А что, если я на прошлой неделе уже спас? Это актуально для меня или уже нет? Что вы на прошлой неделе? Спас свою душу. Это актуально для меня сейчас. Человек сам не может спасти, спасает Христос. А я занес деньги. Дело не в деньгах даже, а в том, что Господь принес Иисус Христос жертву за нас. И веру в эту жертву мы имеем прощение грехов, когда его распяли на кресте. Понятно. А у меня вопрос, его когда распинали, ему гвоздями прибивали руки или чем? Гвоздями. Гвоздями? Да. Понятно. А гвозди были уже тогда? Вы лучше задайте вопросы, как спасти вашу, как вам спастись в этой жизни. А гвозди тогда были уже? На эти вопросы я не отвечаю. Вот так вот. Ну так я же спрашиваю, вот гвозди так были? Вот. Вы не знаете. Написано, прибили его. Понимали вас. Сколько денег вам принести, скажите, и все будет нормально. Мы не работаем, мы трудимся во славу Христа. Для того, чтобы человек познал путь спасения. А не для того, чтобы какие-то деньги зарабатывать.